Берег вызывает новую малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает. Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Хорошо, поехали. Thank you.
положение критическое. Пациент при смерти. Гордон Фримен! Быстрее в подвал! Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кэббидж будет рад, что ты добрался.
Полковник Кабидж в подвале, доктор Фриман. Управляемая ракетная установка. Лучший способ сбить штурмовик. А, привет. Я сейчас подойду. Так, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Ну, и кто тот счастливчик, который будет с ней воевать? Ах да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Полковник Одесса Кабидж, к вашим услугам. Дайте мне только предупредить точку маяка. Вперед! Покажите тому штурмовику, где раки зимы. Не забывайте про лазерное наведение. Вперед, доктор Фриман. Мы знаем, Элай Ванс полагается на вас. Thank you.
есть контакт. Цель обозначена. Фримен.